Мои дорогие друзья, добрый день! Мы сегодня с моей внучкой Лизой гуляем в центре Москвы. Сейчас мы находимся рядом с парком Горького. А мы хотим попасть вот туда, в парк-музеон. Очень хотим увидеть там динозавров. Какая красота! Это сцена. Ой, просто загляденье. Это новое здание Третьяковской галереи. А это мы попали в оранжерею с формами белковой жизни. Мы побывали в месте, называется Лунный модуль. Вот там, которые мы видели растения, это все из космоса. Так, идем дальше. Ищем динозавров. А это аэротруба. Здесь тренируют парашютистов. Но сюда можно попасть только по записи. Музеон – это музей под открытым небом, и здесь собраны скульптуры со всей Москвы. Песня о мире. Так, это кто у нас такой? Твардовский.
Твардовский. Это поэт. Так, а это у нас теплушка. Теплушка, бедные греются, сидят. Видишь? Чайник, он у них греется на печке. Суровцев. Посмотрите, какая красота здесь. Фитнес. Это йога в гамаках. Инструктор объясняет и помогает делать упражнения. Но это только с 12 лет, и поэтому Лизу туда не пустили. А вот и динозавры. Скелеты. Не хочешь? Боишься? Это Федя, он добрый. Лиза, ему подумаешь. 2 годика, он маленький, он может только испугаться. Что, еще будем гладить за хвостик? Смотрен какой, он маленький. А может? Боишься? Может. Боишься? Ну, не так больно, наверное. У него еще зубок нет, ему только 2 годика. А когда будет 3 годика? Скоро. У него зимой день рождения. Котят, собаки, все. Так, слон. Так, а тут целый зоопарк. Так, идем дальше. Это косуля. Крокодил. Здесь подсветка вечером очень красиво. Так. Так, это у нас зебра.
динозавры. Да, потом сюда Они так восторг выражают свой. Так, Лиза. Ты умница, конечно, у тебя так красиво получилось. Ух ты! В завершении наше любимое мороженое апельсиновой глазури.